для казахов представляет особую ценность. У казахов есть три вещи, которые он не отдаст. Это шанрах, это купол, юрта наверху. Это казан, в котором готовится пища, и люлька. Потому что, отдав эти вещи в чужие руки, ты, считается, лишишь свой род потомства, лишишь получше счастья, доброты в доме, да? Из чего готовят бешбармак? Когда бешбармак готовишь, это конинное мясо, конечно, очень самое вкусное. Это бешбармак получается. Как играть в асык? Там нужно раскинуть костяшки, потом берешь одну, кидаешь, и пока она летит, нужно схватить другую и поймать уже, которую кинул. Смотрите программу «Самара многонациональная» 27 июня в 19:30 на телеканале «Самара ИС».